Итак, наше будущее. По родмапу было нарисовано конец 2021 года, 100 тысяч участников проектов. Оно уже достигнуто. Следующая наша веха – 25 миллиардов рублей. Наверняка уже слышали не один раз, что при этом будет создаваться департамент по взаимодействию с государством. GR – Government Relations. Что будет, если наш сайт закроют? У нас на этот счет есть план «Б». У нас, естественно, работают зеркала, которые сейчас в тестовом режиме способны отрабатывать тот же самый функционал. У нас работают телеграм-чаты, по которым немедленно разойдется информация, где наш работающий личный кабинет. Но я еще раз напоминаю, мы живем в правовом государстве, как бы это ни звучало, мы соблюдаем его законодательство, и любые требования законов, инструкций, сами знаете, сейчас самая мощная структура в стране какая? Роспотребнадзор. Может закрыть ресторан, может закрыть банк, может закрыть все что угодно. Любые инструкции, любые подведомственные директивы, письма, там, налоговые, по письму может что-то закрыть. Мы все их обязаны выполнять, и мы видим в этом свою ответственность, нас, как IT-Smart Money, для того, чтобы это работало. Наше юридическое лицо, да, теперь небольшая все-таки ретроспектива. Итак, мы собирались в Министерстве юстиции Российской Федерации несколько попыток, сейчас, кстати, идет очередная из них, открыть автономную некоммерческую организацию именно с названием IT-Smart Money. Как только со второй попытки стало понятно, что нам ставят палки в колеса, и мы не знаем, это компанейщина, связанная с тем, что у Министерства юстиции разнарядка не регистрировать ОНОшки. Или это происки тех, кто называет себя конкурентами, хотя какие у нас могут быть конкуренты. Но в любом случае у нас сработал план «Б». Одну из наших структур, которая уже работала на международный рынок, называется ОНО, автономная некоммерческая организация «Новый шелковый путь. Современные решения», полностью перефокусировали на работу с участниками проектов IT Smart Money. Компания есть. На всех профильных сайтах, которые по ИНН показывают вам работающую фирму, открывается, работает, есть расчетный счет. Именно на нее сейчас готовятся договоры оферты для всех тех участников, которые хотят работать в рублевом пространстве и получать совершенно спокойно очищаемые под налог 6% для ИП белые доходы. Это готово. С 15 июня 2021 года я ее учредитель и генеральный директор. То есть автономная некоммерческая организация. И там первым моим приказом после вступления в директорскую должность запущен проект IT Smart Money. Следующий момент. После того, как пошли такие подметные письма в сетевом пространстве, стали появляться информашки, писульки, такие обращения о том, что кто-то из каких-то сетевых структур, существующих или несуществующих, является теперь нашей собственностью. На это все дан четкий, надежный ответ. Специально, оперативно записывается видеообращение в моем лице, которое можно показать всем участникам проектов, где отрицается каким-либо образом существующая причастность к тому или иному проекту. То есть всегда можно четко знать, что из первых уст есть информация, где IT Smart Money, а где нет, чтобы никого не сбивать с толку из тех участников, которых вы хотите привлекать. Следующий момент. Когда у нас заработает все вместе, оферты, департамент GR, автопрограмма, мы с вами придем в новый финансовый 2022 год, фактически как работающая компания по обслуживанию финансовой грамотности. То есть все моменты будут закрыты. Город Уфа. У меня такой вопрос. Вот вы говорите открытое юридическое лицо. С какими акведами оно открыто? Давайте вместе его откроем. У кого есть сейчас с собой гаджеты? Ну вот я на Руспрофайле смотрю. Итак, оно называется ОНО, АНО. Новый шелковый путь, комплексные решения. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 70.22. И еще 9 видов спасибо. Деятельности. Пожалуйста, спасибо. Пожалуйста. То есть это не инвестиционная компания. Мы не хотим этих рисков.
и всячески от них отстраиваемся.